Здравствуйте, здравствуйте. Это игра Клондайк, Клондайк Андроид. Я предлагаю поиграть вместе. Так, для того, чтобы поехать на остров, нужна энергия. Для того, чтобы ее получить, надо заработать разными способами. Один из способов это у нас кораблик, который мы заполняем и получаем за это награды, смотря сколько полосок заполнили. Ну, пока место. Хоп! 50 энергии есть. Оп, и второй, и еще два изумруда. Кстати, да, я потратила все свои изумруды. Можете меня поздравить. Потратить потратила, честно скажу. А таланта установить не хватило. Как-то вот последнее время со временем, ну, скажем так, не очень совсем. И поэтому я никак не займусь перестановкой. Надо сделать перестановку, под стеночку поставить все, что надо, все, что не надо достать, как говорится, навести порядок. Но, увы, пока мисс фокус не удался. Ой. Что-то прям совсем печально. Фокус не удался, и у меня вон стоит здание. Оно мне жутко мешает. Я вам передать не могу как. Ну, что сделаешь, стоит. На территории рядом, что открытый, не поставишь. Ну, по одной простой причине там никто не расчищал. Потому что вся энергия, что поступает нам, благополучно уходит налево. Ну, не совсем налево, на острова, на задание. А задание у нас, сами понимаете, не успел сделать одно. У нас уже появилось второе, а потом третье и по нарастающей. Мы не можем сказать, у нас есть много свободного времени, и мы можем вырубить домашний остров. Ничего подобного. У меня даже те острова, которые я начала чистить и не дочистила, они у меня благополучно стоят непонятно сколько, не расчищенные. Потому что до них просто не доходит время. И вот сейчас опять у нас одна обнова закончилась, другая началась. И если я не поделаю по обнове, то я потеряю в подарках. А жалко, хочется же все выиграть. А у нас еще 2 дня и 12 часов есть такая уникальная возможность. Ну что, я сейчас тут ни о чем, тут чуть-чуть совсем. Понимаете, мне нужно ехать на новый остров уже. Кстати, все это благополучно складывается с тем, что у меня еще параллельно есть задание. Вот оно. И еще 4 штуки надо закончить. И откроется еще территория. Да, она мне не горит, но пусть открывается, она мне и не мешает. Сейчас доделаем тут. Ну, хотелось бы, конечно, хотя бы 43. Для того, чтобы было 43, придется мне смотреть мультики. Куда деваться? Да, безусловно, это не совсем мультики, я это так называю. Но, ай! Я рассчитывала, что все-таки попробовать сделать больше. Ну ладно, 43 тоже очень даже здорово. Так, смотрим, что у нас к чему. Зачем и почему. Надо поставить корм животным еще. Потому что они съедают очень быстро, а потом такие голодные, 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 голодные. Все, потратила все, что можно было. Вот мы и приехали с вами на нашу торговую компанию. Фишка в том, что я на новый остров поехать не могу, пока на этом не дострою железную дорогу. Ну, это единственное, что мне осталось, это железная дорога. Ха. Еще может сейчас оказаться, что мне не хватит опять энергии. Ну, это уже как повезет. Да потом будем меняться. Давайте сначала строиться. 30-30. И на этой веселой ноте, да? Энергия сказала до свидания. Ну да, и где мой волшебник в голубом вертолете? Любитель нету. И там не доделали, и там. Ну, в принципе, не так много осталось, но и не так и мало, скажем. И здесь вообще ни о чем. Дома у меня тоже ни о чем. В плане того, что. Ой, тут до 8-й стадии еще далеко. Ну, тут, видите, 120, 10, 10. Ой, у меня там что-то есть, может быть. Может, какого-то поросенка осчастливим. Не знаю, сейчас поеду посмотрю. Сначала давайте гляну, есть ли здесь что-нибудь. Этакого нету тоже. Ну, печально. Ну, одного поросенка я, конечно, осчастливила. А вот второго у меня уже
Чуть-чуть так. Почти я счастливлю. Не полностью. Ну, насколько таланта хватит? Таланта хватило ненадолго. Еще два раза бы. Было бы, конечно, чудеснее. Ну, один превращенный поросенок, я вам скажу, это вообще ни о чем. Да, лучше, чем ничего. Ну, не так уж это много энергии у меня и появится. Так, 16 и тут. Во как, 46. Расчистить мне не хватит. Мне бы сейчас пару золотых коров совсем не помешало бы. А, кстати, коровы. Точно никто никого никуда не поставил. Во как все запущено. А могли бы уже начать кушать. И опять хотеть кушать. И снова хотеть кушать. Вот так. Здесь так не нравится здание это. Передать не могу. Как не нравится. В общем, немножечко продвинемся, но совсем чуть-чуть. Печально, что нельзя уехать, да, пока не достроишь. Стой, строй называется. 12-14. Потихонечку, конечно, подарки находятся. Ну, слишком уж потихонечку. Подарок нашли. Теперь для того, чтобы его взять, видите, надо еще 16. Ну, у меня столько нет. И нету моего волшебника в голубом вертолете. Не приходит он сегодня ко мне на помощь. Наш взрывоопасный мужчина. Сидела, ждала сначала, пока появится наш помощник. Помощника нету, в общем, жалко. Могло так хорошо пойти, но пока месяц затянулся. Жду, пока позолотеют мои животные, и тогда смогу нормально продолжить играть. Ну, а пока месяц, на этом все. До новых встреч.